Пермь-36, лагерь. В лагере был музей жертв ГУЛАГа. Сейчас непонятно кто, непонятно как, этот музей, неправительственную организацию, закрыли. И открыли там, извините, музей вертухаев. Музей охраны. Как тяжело было охране охранять и убивать заключенных ГУЛАГа. Мне, как внуку расстрелянного Сталиным человека, это вот, извините, как ножом по сердцу. Это раз. Второе. Мемориал. Единственная общественная организация в России, которая хоть как-то, хоть что-то, без особой господдержки, делала для увековечивания памяти погибших от рук Сталина и большевиков. Таких, как жертвы Голодомора в Украине, как мой дед и так далее, и так далее. Они мемориал сейчас начинают расследовать как, там, не знаю, иностранного... В общем, пытаются его закрыть.